А всем снова привет, друзья! И сегодня с вами, как всегда, я, Егор Делепро, и сегодня мы заберемся вон туда, на колокольню храма в село Перевлес, или деревня Перевлес, не знаю. Так что видео будет очень крутым, ставьте лайки, включайте колокольчики, подписывайтесь на канал. И да, мы не подходим близко к краю вот тех окон, мы всю технику безопасности соблюдаем, поэтому не повторяйте, лучше смотрите и... Не баньте, ютубовцы, мы все соблюдаем, к окнам подходить не будем, поэтому... Ой, очки обронил. Ладно, погнали. Так, друзья, пойдемте по лестнице. Начинаем подниматься. Смотрите, как красиво, уже как красиво. Так, мы близко не подходим, мы всю технику безопасности соблюдаем. Идем дальше. Да, у нас такая велопоездка получилась. 10 километров в одну сторону только. Ух ты, это что такое? Это крыша, ребятки. Смотрите, это реально крыша. Как же здесь красиво. Ой, дайте мне вот тут. Так, туда я думаю, просто подойду, я заходить туда не буду. Не надо туда ходить, там очень опасно. Я туда заходить даже не буду. Я тебе потом на видео покажу. Мы еще дальше пойдем. Ладно, бери очки. Спасибо. Ладно, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше, друзья. Пока мы поднимаемся, у вас есть время поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчики. Смотрите. Ничего себе! Это глядите, что там. Обалдеть. Так, я просто камеру туда приближу. Да? Ну ладно, пойдемте. Ух ты ж, чуть не подскользнулся. Аккуратно здесь надо быть. Ой-ой-ой-ой-ой, не подходим сюда, не подходим. А то YouTube забанит. Да, YouTube очень строг с этим. Так. И здесь как красиво. Тогда пойдем скорее дальше. Не забанит. Ну, надеюсь, не забанит. А, да, ты там засними, потом отправь мне, окей? Так, аккуратно, аккуратно. Тут проходим. Ёлки-палки. А здесь вот очень аккуратно надо быть, потому что с одной стороны пропасть, и с другой тоже. Проходим аккуратно по центру. Не смотреть вниз. О, друзья, это просто такой жесткий трэш. Так, тихо. Тут очень крутые ступеньки начинаются. Идем очень аккуратно. Вниз будет крайне страшно. Да. Поэтому лайк за такие приключения. О, кажется, мы уже почти поднялись на предпоследнем уровне. Мы сейчас находимся вроде бы. Тут уже есть заборчики. Так. Обалдеть, как тут красиво. Так, тут есть заборчики, поэтому здесь безопасно все. Обалдеть, ребятки, какая здесь красота. А где сама колокольня? Вот, переступаем. О, ну здесь уже не упадешь особо. Ай-яй-яй-яй, как же там круто. Нет. Леха боится. Вот, видите, у нас мой брат, это, так сказать, индикатор правил безопасности YouTube. Если брат начинает чего-то бояться, значит, не стоит туда ходить с камерой. Так. Но мы, если что, очень осторожные, поэтому, я думаю, мы соблюдаем все. Пойдемте дальше. Как же тут трудно все перешагивать. Фу. Ну, друзья, если YouTube забанит это видео все-таки, то я его выложу в своем Инстаграме. Ссылочка на Инстаграм тоже будет в описании. Да, точнее, тоже будет. Там больше никаких других ссылок вроде не было. А, вы хотите сказать, что нам на ту лесенку? Нет, ты можешь посмотреть вот на вид, который на реку открывается в ту сторону. Так, а что там-то я хочу посмотреть? Так, тут ничего нет? А, да, там уже все. Получается, мы забрались на самый верх, на который можно было вообще залезть. Там уже не залезть, там уже все обвалилось. Блин, как же там высоко еще? Там висели. Видишь, вон колокола, где висели? Да, вижу. Вот эти ремни, и на них такая железочка. Вот на ней висел колокол.
Значит, все, мы забрались на самый верх. Раньше. Красота, смотри, вон озеро какое-то. Угу. Да, друзья, но в любом случае обязательно переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на мой инстаграм. У меня там уже 24 подписчика, поэтому присоединяйтесь к ним. Ну так все, значит, мы сейчас возвращаемся обратно вниз. Ой. А, это мои часы, если что, заникнули. Какая ж тут река, какая ж тут красота-то, а? Так, можно, пожалуйста, пройти? Обалдеть, как же здесь клёвишно. Так, а я вот так все сделаю. Обратно. Я вообще не боюсь за свой телефон. Обратно. Так, а, там же загородка, да, придется нам идти обратно. Ладно, встретимся на лестнице. Ах да, друзья, а еще в моем инстаграме вы можете найти, собственно, фотографии с самой поездки, как мы только ехали в Перевлес. Ехали мы из деревни Арестова, она находится в 10 километрах. Да, это, друзья мои, Рязанская область. Кстати, возможно, там видно трассу М4, ой, М4 Дон, М5 Урал, глядите. Сейчас, где же она там была-то? Вон он там, мост по центру кадра. Такая серая полосочка небольшая. Ребятки, там же М5 Урал, дорога в Москву. Ладно, поехали, а точнее, поехали, пойдемте вниз. О, уже мне страшно, мне уже страшно. Поэтому, да, значит, я в сторис выложу в инстаграм несколько фоток из поездки. И в саму инсту я солью все фотки, которые там мы на велосипедах ехали. Вот, как я уже говорил. Что ж, давайте спускаться. Погнали. О, ребятки, глядите, там вообще какая стрёмная лесенка. Кто туда вообще забирался, я не понимаю. О, да, это очень страшно. Ну, а мы идем вниз. 7 минут ролика, кстати, уже. Побежали. Точнее, аккуратно спускаемся. Никуда не торопимся, никуда не бежим. Соблюдаем технику безопасности. Держимся за стену. Вот за эти, за все выступы. Аккуратненько. Идем. Тут, похоже, двери раньше была. Спускаемся. Так. Тихонечко. Спускаемся. Да, спускаться реально намного страшнее, чем подниматься. О, так. Я как представлю, что нам еще обратно 10 километров ехать со скоростью моего брата. О, друзья, я просто вот так камеру сейчас вытяну. Я туда не... Обалдеть, вы только глядите, какая же там красота. Ой-ой-ой-ой, самый страшный участок. Быстренько проходим. Хопа, все. Так, тут мы все обходим. Мы в эту дыру не смотрим. Так, идем вниз. Какая же красота. Интересно, сколько гигабайт места я забью? Было свободно 12,2, сколько осталось? Так, друзья, фух. Ух, я думаю, это вот сколько сейчас время-то я снимаю. Блин, не могу посмотреть, сколько время. А, могу по часам посмотреть. Так, время у нас сейчас вот столько. А выложу я, наверное, минут только, не знаю, через час, а может через полтора, пока оно еще загрузится при нашем деревенском интернете. У нас вышка в 4 километрах от дома находится. Через село, то есть у нас вот Меликшино, Арестово, мы живем в Арестово летом. Дальше у нас идет Меликшино. А дальше Татаркины. В Татаркино стоят вышки. Одна старая, другая новая. Но они очень-очень низенькие. Да, что первая, что вторая. Вторая еще ниже, чем первая. И еще при том, что у меня МТС, который у меня ничего не грузит даже в городе. Да, я не представляю. Наверное, целых 2 часа грузиться будет. Еще при том, что у меня зарядки мало осталось. О, может быть, это видео вообще для вас завтра выйдет. Ну, а теперь мы уже добрались, собственно, до низа, кстати. Можно через щель посмотреть, что там. Это что, какой-то мазут. Закрыть дверь. Там написано так. Ну, ладно, друзья, я буду ждать, так сказать, моих попутчиков, с которыми мы, собственно, и приехали в Перелес. Ну, если что, я оставлю ссылочку, точнее, не ссылочку, а координаты по Google картам в описании этой церкви. Вы просто вбиваете в поисковик Google карт те самые цифры с точками. Ну, там будет цифры и точки. Ну, короче, что, все, что будет написано где, под надписью координаты, то, значит, вбиваете. Ну и всем
Пока-пока.